В Старом Осколе продолжается очистка водоемов в рамках областной программы «Наши реки». На километровом участке реки Оскол от луга на улице Хмелева в сторону моста Федосеевка-Каплина работы уже завершены. Чистили речку с помощью специализированной техники плавающих экскаваторов и земснаряда. Теперь задача горожан, которые сами и были инициаторами расчистки водоема именно в этом районе, сохранять речную гладь и берега от мусора. Значит, в процессе работы извлекались иловые отложения, очищалось русло реки от мягкой и жесткой водной растительности. Также попутно извлекались упавшие деревья, засохшие упавшие деревья, так называемые топляки. Вот. Сейчас работы завершены, тем самым мы прочистили русло, дали ток и создали предпосылки для дальнейшего саморегулирования данного водного объекта. То есть мы стараемся минимально вмешиваться в процессы природы, которые находятся на этой территории, и дать предпосылки, чтобы река начала самоочищаться и протекать дальше. В ближайших планах очистка реки Оскол от слободы Ездоцкой, где остановились в прошлом году, и вниз по течению. Работы планируют завершить до ноября.